Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение, с вами Рэй, и мы продолжаем играть Бравл Старс. Ну что, у нас квесты. Нанести 60 тысяч урона. Так, захват кристаллов, это хорошо. Бойцом Шелли, Эль Прима или Пайпер, оставляем. Так, Кольт, Пенни или Гриф. Заодно у нас еще задание на Гриф идет. И захват кристаллов. Слушай, ну очень много повторяющихся. Так что давай будем продолжать пока играть за Грифа. И будем играть в захват кристаллов. Сразу сможем выполнить 4, даже 5 заданий. Неплохо, я считаю. Ну что, Гриф, готов? Поехали. Ой, ой-ой-ой-ой. Твою налево, вот она, ребят, невнимательность моя. Блин. Ограбление, ёк-макарёк. Один тоже из моих нелюбимых этапов. Это именно ограбление. Броубол, баскетбол и ограбление. И один на один. Точнее, остаться должен только один. Вот эти вот 4 джима прям не могу, ребят. Черт подери, у них Кольт. Эдгар, блин. Эдгар, друзья мои, самый злобный здесь будет. Судя по всему. Мне тут не пройти. Нафиг я подставился. Давай, Динамайк. У тебя получится, я думаю, бомбочками там забомбить. Надо турель вот сносить там, ребят. Да-да-да-да, да бомби ты его. Короче, надо к ним идти на базу. Так, Эдгар тут, ребят, в кустах прячется, вижу я. Ну, хоть кто-нибудь помог, но мне же, блин. Эй, придурочный там бегает, понятно все с ним. Бьем, начинаем потихонечку. Это все, ребят, Динамайк, по большому счету. А, мы им там еще и преграду снесли, да? Давай 8-битку сносить. Снесли. Слушай, если я ульту, например, напрямую бомбану, это же будет нормально? Ну, если мы успеем с тобой ульту бомбануть. Начнем. Нет. Короче, для этой игры берут специально, ребята, дальнобойных с мощными ультами бойцов. Ну, я думаю, ты заметил, да, это? Так, ладно. Какие нафиг ранговые бои, ребят? Захват кристаллов мне нужно брать. Захват кристаллов. Все, поехали. Потому что нам 2 задания на кристаллы и плюс 2 игры нужно выиграть именно грифом. Ну и плюс еще нанести там определенное количество урона. На моих часах 4:30 утра. Да, ребят, проспал сегодня весь день. После ночной смены пришел, вырубился и проспал весь день. Ночью вскочил. И, как говорится, от нечего делать, начинаем играть. Новый доллар. Ну и куда ты пошла? Ну и куда ты пошла, а? Да. Ага, жучара. Так, ну этот вон. Да-да-да. Да бомбани ты его, господи. Схлопотал. Так, пойду я тут кристалл, ребят, заберу. Который Фрэнк нес с собой, по ходу дела. Хана ему. Ну и мне хана было. Ой-ой-ой, кстати, вот это вот, ребята, опасно сейчас было.
Смотри, они кристаллы, ребята. Они кристаллы забрали! Фрэнк нам не нужен, но его надо сносить, ребят. Короче, они все ныкаются здесь в кустах. Нет, тут проиграли. Нет, все. Даже идти нет смысла. Меня просто взбесило, что когда я погиб и кристаллы, блин, потратил, они вместо того, чтобы их забрать и идти назад, они начали там драться. Ну это тупо глупо, ребят, это нелепо просто. Нафиг так делать-то? Не знаю. Ну и я тоже, конечно, хорош подставился. Я, конечно, не говорю, что у меня их там было много, этих кристаллов, но тем не менее, ребята, это дало им небольшое преимущество. Как говорится, для быстрого сбора. Ладно, Пенни, ага. Опять Фрэнк, друзья мои, у них. И алкаша снести. Алкаш-то куда лезет? Нифига они вообще оборзели, смотрю. Давай забирать все. Ну, сможешь снести? Молодец, красавчик. Фрэнк да выежился. Вот они забрали кристаллы и тут же их потеряли. Я встану сюда. Ага, встал. А они уже 8 кристаллов имеют. Ребят, вы чё? Я понял. Погнали. Так, у кого? У Фрэнка, по-моему, ребята, львиная доля кристаллов. Нет, у него всего 2. А у кого же там тогда? Ох, сколько там. Давай, гаси. Да вы где упыри, блин, все. Твою мать, блядь, дебилы конченые, сука. Ебанько, ёб твою мать, блядь. Дебилы, куски дебилов, а. Я забрал, типа, блин. Пустые пошел, короче, ребят. Стою здесь. О! Даже надо было, а? Дерьмодемоны просто прозевали все. Жесть какая-то, а? Да, Гриф, вот так вот, блин. Если бы не мы. Как говорится, прозевали бы мы свое счастье. Так, ну что, давай заберем здесь билетик. Я не помню, что там у нас. Звезда по имени Солнце. Сверхредкий. 50 блинков получили. Так, ну это еще не все, ребят. Нам надо дальше бомбить. Вы уж извините, конечно, за мои нецензурные слова, но порой подгорает просто невозможно. Так что детишкам лучше не смотреть, а тем более при родителях. Погнали. Так, у нас Брок. А, у них тоже, ребят, алкаш. Алкаш. Вот тебе и алкаш, ребят.
Да щелкался, блядь. Щелкун. Брок, ну куда ты стреляешь? Ну... Да медведь, вали отсюда нафиг. Так, Ниту. Отлично. Минус Нита. Да ЕПРСТ, блин. Давай этого Рика, Шмика, блин, валите. Алкаш, ну куда ты? Так, короче, ребята, у Рика львиная доля кристаллов. Блин, кому я говорю? Сам себе, блин, они же меня не слышат. И у них 9 кристаллов уже. Команда, отстой. Я тебе так скажу. Так, вот здесь вот кто у нас? Да. Я уже понял. Ну все, 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 тут уже фейл, ребят. Хотя нет, успели забрать что-то там. Прикарманить. В плане, я не понял, а кто мне же? Это же наш был, блин, я тульты, как я тульты-то его погиб? Меня Нита не могла... Меня Нита не могла, ребята, там нахлобучить с одного удара, ну согласись. Причем, ребята, алкаш скинул туда целую ульту. Ну, может быть, конечно, он не попал, но мне показалось, что он именно в ту точку забросил. И там должно было все разнести к чертовой матери. Но нет, она выжила. Она выжила, она еще, наверное, меня, я так понимаю, наверное, уничтожила, скорее всего. Вот такие вот пироги. Ну пошли, блин. Стоит там, бубнит, блин. Хлебом не корми, дай побубнеть, блин. Вшивый Рика этот вражеский. Халабуда несчастный. Эль Прима засветился. Так, ну что, у нас там 5 кристаллов. Главное теперь не подставиться. Они сейчас попробуют, ребята, на нас нахрапом. Скорее всего, рвануть. Так, мне надо сюда, в кусты. Все, я отхилялся. Продолжаем. Забрали. Забрали свои кристаллы обратно. Так, ну что? Стой там, не дергайся. Да, выиграли. Замечательно. Ну, мне пришлось, ребята, влазить в драку, потому что они шли уже на нас. Тут хочешь не хочешь, надо защищать. Подожди-ка, а почему только одно задание? Мы что, уже два... Сейчас, секунду. Двести монет всего лишь. Это сущие копейки, ребят. Вот это да, вот это будет хороший приз. Погодите-ка, я гляну сейчас, что там не так. Грифом. А, нам нужно 15 бойцов победить грифом. Вот оно что. Вот оно что, я думаю, блин, чем у нас не идет задание. 15 бойцов, понятно. Плюс выиграть на сборе кристаллов. Блин, я вот этого не понимаю, ребят. Напишите мне в комментариях, что он делает. Вот этот вот хмырь пузырьковый. В чем у него прикол? Алкаш, алкаш, друзья мои. И Фрэнк. Вот они моду в последнее время взяли, ребят. Я своей ультой вообще просто в стену бомбанул.
Тара, не лезь туда нафиг. Так, насколько я понимаю. А это вообще, смотрю, оборзевший, да? Он уже, смотри-ка, он уже в наглую просто. Побежал с цикло, смотри. С цикло, ребят, побежал. Да, конечно. Давай, давай, давай. Есть. Ну, кольт. Кольт больной, блин, какой-то, а. Есть. Забираем все. Так, шарика увольнули. Так, друзья мои, идите лучше отдохните. Идите отдохните, убегайте отсюда. Вот правильно она делает. А мы с этими хламонами уже разберемся. Алкаш, вали нахрен. Есть. Замечательно, прекрасно. По красоте. Так, ну что ж, нанесли урон. Ну, нам еще нужно, сколько там получается, 6? 6 врагов уничтожить. Так, тут что мы получим? Звезду? О, 1000 монет. 1000 монет, потом идет звезда, 100 кредитов. Окей, и у нас сейчас будет после этого поединка еще звезда. Ну что, пойдем, гриф. Нам надо выполнять с тобой задание. Хотя, по-моему, там, ребят, можно, конечно, и поменять. Я имею в виду бойца. Подожди секунду. Погоди, нам же не надо обязательно грифом. А, нет, надо. Надо, надо. И здесь грифом, и там грифом. А тут уже Шелли, Эль Прима или Пайпер. Естественно, Пайпер будет у нас. Ну, как мы будем 15 врагов ей побеждать? Хрен его знает. 15 врагов. Хотя у Пайпер, если честно, она стреляет одним снарядом, но он, если попадает, он сразу половину хп отнимает. То есть два заряда и ты труп. 8-биточка. Но мне кажется, вот 8-битка лучше, чем, ребята, вот этот вот наш гриф. Это мое мнение такое. Кокон ее, да? Кокон-то защита ее, что ли, я так понимаю, или что? Паучиха это. Надо было ее добить. Нет, а не психуй, ты сама играть, научись, ё-моё. Сидит там, дурака валяет. Вот это вот надо стерву валить, блин. Ну вот смотри, что, злится и сама лезет, шваль, блин. А та из-под тишка, смотри. Что она делает? Из-под тишка, ребята, в кустах сидит тварюга, блин. И наяривает, блин. И никто, главное, на нее не реагирует. Прикинь? Вообще всем пофигу. Ну куда ты вот лезешь-то, ну? Понятно, короче. Психует и бежит на пролом. Ты видел идиотину эту, блин? Втроем не могли Фрэнка завалить. Команда щеглов. Что тут могу сказать, ребят? Просто команда щеглов. Втроем Фрэнка не одолеть. Стерва, которая сидит в кустах, всем пофигу. Идут напрямки. Видят же, что сидит в кустах, бомбит оттуда своим этим йо-йо. Я не знаю, чем он там бомбит. Хоть бы кто-нибудь среагировал. Нет, пофиг. Идут туда на пролом. Спереди бомбят, а то, что сзади творится, им похер. Вот в чем проблема-то, ребят. Что всем пофиг, что как там происходит.
Но я хотя бы зазвездячил, ребят, этого хмыря. Там Эдгар. Ну, ты видел сейчас, что Эдгар делал. Пакостил, как всегда, ребят. Ну нафиг ты подставляешь, Рэй. Ать, как будто знал, гадина, что у меня ульта будет. Как будто знал. Ну не лезь ты туда, ну со своими 5 кристаллами, ну... Тварь, блядь. О, швалюга, а. Ну шваль, ребята, ну просто шваль, блядь. Ну понимаешь ты, а. Ну куда ты, скотина, лезешь, блядь, безмозглая, тупая дура, сволочь, блядь. Скоты. Просто скоты, блин. Безмозглые скоты, ребят. Лезет, блядь. На руках, блин, 8 кристаллов. Она лезет там вперед. Идиотина, блин. За эпик 200 монет все удали. Серьезно? Так, ладно, что у нас тут? Горячая зона, парное столкновение. Давай я вот эту вот, я не могу обновить, да? Так, Эль Прима, Шелли или Пайпер? Ну, как я и говорил, друзья мои, берем Пайпер. Берем Пайпер. И начинаем бомбить. Или нас начинает бомбить. Тут одно из двух. Слушай, я до сих пор взял кристаллы. Может быть, нам не кристаллы, а чтобы побыстрее это нокаут. Просто здесь быстрее мы с тобой сделаем 5 побед, чем на этих кристаллах. Ну и быстрее сдохнуть можно, конечно же. Давай смотреть. Да заткнись ты, уже бесит меня эта песня. Минус 2, да? У меня, друзья мои, знают, когда VPN вырубится. Прям в нужный момент. Ну хорошо, хоть после боя. А не во время его. Погнали далее. Пока здесь вроде бы норм. Пока. Так, ворон. Попробуем. Ну и чё ты стоишь-то тут, сволочь, блин? Как же ты меня раздражаешь? Да куда ты? Так, ворон, отойди. Ты же видишь, там этот... Минус один. Так, ну что, там остался Карлуша у нас. Больше там никого не осталось. Пэм радуется. Фиг ли ты радуешься? Нифига не сделала, блин. Радуется она. Мы кого-то там в минус. Понятно все. Быстро. А я тебе говорил, что здесь быстро будет бой происходить. А, у нас еще заодно и прокачка идет. Хорошо. Так, победить 15 врагов. Ну что же, Пайпер, нам, блин, придется с тобой попыхтеть, чтобы 15 противников-то уничтожить. Так, Пенни, Алкаш и Роза против нас. Пенни, Алкаш и Роза. А, Роза что-то... Роза там, ребят, что-то глюканула. Она побежала, видимо, и на шипы напоролась. Ты же не спрячешься там, Роза.
успокойся. Брок просто разнес всю эту оборонную конструкцию. Так, еще десятку надо, да? Бомбануть получается. Еще десяточку. Так, и нам два поединка нужно для того, чтобы получить последнюю звезду на сегодня. Да я думаю, сделаем. Так, погнали. Правда, команда как-то немножко подозрительная. Прекрасно, да? Пингвиненок да выпендривался. Ну пошли! Спит там, сидит, блин. Замечательно. В спину такой выстрел контрольный. На, нафиг. Ну, это, короче, вот этот вот робот, он стреляется с шариками. Напоминает мне почему-то Рику. Напоминает мне Рику, но далек от него, если честно. У Рика хотя бы снаряды, ребята, отражают. И тот, кто очень хорошо, я не знаю, там интуитивно понимает, куда полетят снаряды при отскакивании от стен, то ему вообще цены нету. То есть в кустах, когда кто-то сидит там за стеночкой, да, подошел, просто прицелился, куда будет атаковать твои снаряды, и бомбишь. Две Пайпер? Так, этот охламон где-то здесь, ребят, сидит. Или где? Я же говорил, где-то здесь. Так, подожди, я что, один остался? Ну, понятно. Щегол в кустах, прикинь, простоял. Да ты пойдешь, тварь, блин, сидит там. Теперь я понимаю, почему мы проиграли, ребят. Он ждет ульту? Или чё? Хе-хе-хе. Так, у нас было ничья, да? А ничё, идиот, что ли? Не могу понять. Ну и что то там охламон спрячется? Ты думаешь, спрячется? Снарядики-то коротки. Короткие снарядики, блин. Так, ну что, еще троих надо, да? Бомбануть. Понятно, ветки. Погнали. Попробуем троих щелкнуть. Троих щелкнуть. Так, Леон, Мортис, ну и я. У них Эдгар, Карлуша и Алкаш. Ой! Так, у них один Карлуша остался. Был Карлуша. Когда-то. А Эдгар сидел в кустах. Ах, чмошник, ребята. Ну, чмошник. Все, наверное, Карлуша доигрался, я думаю, да? Эдгар, ну ты издеваешься. Бомбит, бомбит и... пофиг. Да, мы даже больше, мы четверых уничтожили. То есть, соответственно, мы задание это прошли.
И 500 опыта получаем. А 500 это мало, ребят. Буквально не хватает 120 очков опыта. Так, ну что там у нас по квестам? Последний квест, это, по-моему, столкновение, да? Или горячая зона. Ну, пойдем тогда в горячую зону. Если у нас, конечно, будет доступен. Есть, горячая зона есть, друзья мои. На горячей зоне надо взять кого-нибудь другого. Может, Джеки? А Пайпер у нас какого уже уровня? 8-го. Давай попробуем ее докачать до 10-ки. На муравьиных бегах. Муравьиные бега — это, по-моему, две зоны, да, будет? У нас же как бы есть два похожих задания. Есть две зоны, есть одна зона, которую мы должны с тобой удерживать. И тут одна зона, понял. Ё-моё, опять Бо. Блин, ага, у нас два. У них два, ну, у нас тик, у них тик есть. Я не пойду туда. Я не хочу туда идти. Я знаю только одно, что нам надо. И вот смотри, сейчас что будет. Они сейчас будут все лезть сюда. И здесь, соответственно, будет обстрел. И я под ульту попал. Это было прискорбно, друзья. Тих, ну ты закидывать будешь их. И что делает, гад? Ну здесь мне никак, просто, ребята, бомба на меня скакала. Что я могу сделать? Почему их тик забрасывает, наш тупой, блядь, бегает, тварь, блин, тупорылая, блин. Ну чё, ребята, это за дела, блин, а? Да ну нахрен, команда идиотов, блядь. Просто тупорылый тик. Именно наш, ребята. Вообще, блядь, где-то подыхает постоянно. Куда? Идет бомба, не бомба, да похрен ему. Чмо, просто чмо, блин, ребят. Ну просто чмошник, блин. Вот этот вот чмо. Ходячий, блин. Бежит, не кинет бомбу лишний раз, блядь. На пролом, похрен ему на все, блин. Дебила кусок, блин. Блядь, да бесит просто, когда вот в такую, в команду дадут вот таких идиотов, блин. Маразматик, блин, бежит. Похрен, что там творится, блин. А, лишь бы бежать, блин. Хайло открыл и шпарит, блин. Дармоед, блин. Все как всегда. Все в кучу, блин. И Карлуша и меня, да? Прихерачил. Бул, ты красавчик. 100% тебе говорю. Бул здесь просто по красоте сработал. Так, Динамайк бежит. Хайло свою открыл. Так, Эдгар, да вышлепывался. Опять Динамайк. Карлушу валим. Ну, тут сухенько, ребят, победа, по-моему, намечается у нас. А это, по-моему, боты.
Ну, у меня по-другому нет названия. Или боты, или это как у нас предыдущая команда была. А, кстати, может быть, я с ботами играл? Потому что они просто бежали на прорыв. Кстати, может быть. Может быть, поэтому они так себя тупорыло вели. Друзья, напишите в комментах, может быть, в твоей команде присутствие ботов? Или если моя команда, ну, как бы, чисто состоящая из игроков? Мне вот этот вопрос интересен. Вы как сведущие, блин, как завсегдаты этой игры, вы должны знать. Это я тут раз в пятилетку зайду, гляну, блин. Так, Фрэнк, ты куда пойдешь? Сюда? Ладно, я тогда сюда пойду. Ребята, они контрят зону. Где Фрэнк-то? А что этого дебила еще можно ожидать? Ты понял, что делает? Ты понял, что делает Эдгар? Он разносит Фрэнка! Эдгар разносит Фрэнка, ребята! Ё-моё, блядь! Ой, тогда все понятно. Тогда все понятно, ребятушки. Если Фрэнк разносит этого... Ну, на самом деле, я хотел немножко другое сделать. Ну, что получилось, то получилось. Но вы меня, конечно, извините, ребята. Если Фрэнк подыхает от одной тычки, ну, там максимум две, то можно предположить, что это за Фрэнк вообще. То можно предположить, что это вообще за Фрэнк. Им надо, ребят, совсем немножко. Опа, двоих. Друзья мои, 95% у них. Им 5% все надо. Фрэнк не успеет. Нет. Все, проиграли. Ну, тут я сразу тебе скажу, что Фрэнк просто тупарь. И не надо говорить, что ты там сам виноват, не ты виноват. Вы посмотрите, что он делает. С двух тычек отдупляется, лезет на пролом. Думает, если он у него кувалда, он все может, блин. Он не видит, что там, блин, с двух сторон его, с трех даже, спереди стоит один и с двух сторон зажимает. Нет, он, блядь, лезет, придурочный. Он должен нас прикрывать, блин, в первую очередь. Когда мы стоим, он должен их оглушать, и мы уже добиваем. Нет, он, блин, лезет вперед. Ай, хер ли говорить? Хер ли тут говорить, ребята? Да иди ты со своим пэм-пэм, блин. Ну, это тоже командочка у противников, не легче. Ой. Ой, дурак, Рэй. Я уже думал, просто мы что, всех с тобой добили, но нет. Это кто? Непонятно, кто вообще. А, у нас хил здесь стоит. А я тут еще суету развожу. Ну, с хилом-то поприятнее. Давай, иди сюда. Что-то... А, хила не было. Хил, блин, исчез. Я там бегаю, блин. На соплях, как говорится. Это было что сейчас? Отряд крыс? Кто там звездочками бомбит, а? Победа. Так, Пэм, ну глядишь, точнее не Пэм, а Пайпер, мы с тобой сейчас и помимо этого еще и уровень поднимем. А Пэм нормально встала, поставила хилку возле себя.
и начала просто бомбить этот проход. А те, как бездари, как и у меня, просто шли через этот пролом. Как в предыдущей игре. Фрэнк этот, блин. Твою мать, опять Фрэнк, блин. Если есть люди, которые играют нормально за Фрэнка, ребят, никогда не сделают так, чтобы он сдох, блин, за 3 секунды от одной там тычки. Ну никогда такого не будет, поверь мне. Ну что вот это сейчас было, а? Вот опять Фрэнк лезет куда-то непонятно куда. Ну стоим, просто стоим с тобой. В ожидании чуда. Нормально. Вот, вот, ребят, должен как Фрэнк играть, блин. Ой. Ну тут я уже сам виноват. То есть он, получается, бросает два динамита, потом бросает большую бомбочку. Выходит так, да, у него? Или бомбочка это у него ульта? Это ульта у него, походу, бомба. Большая вот эта вот бочка. Тут базара к Фрэнку вообще никакого нету. Шестерых наказал, это уже, ребят, показатель. Тот вообще два боя назад вытворял дичь полную. Хотя, это, может быть, это и бот был, ребят. За бота я не в ответе. Вообще, за бота никто не в ответе, он сам за себя играет. Так что береги нервы свои, Рэй, вот что я тебе могу сказать. Так, я не увидел, кто там у них. Так, у нас опять. Постоянно, блин, берут этого динамайка. Ну, в принципе, понятно, зачем. Что у меня с управлением опять, а? Минус пэм. То, что ты турель поставил, это красиво, это хорошо. Да динамайка этого валите, твою, налево, ну. Турель сейчас бомбанул, да? Нитовскую, ой, не Нитовскую, как ее звать-то? Кусок говна, куда лезет, а? Давай прикроем эту зону. Мы пока ведем, ребят, но они, видишь, они... Они больно жестко тут. Давай, иди сюда, стерва. Фрэнк! Неужели увидел? 61. Мы преимущество теряем. Давай, 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 глуши ее. Или динамайка там, кого-нибудь из них. Преимущество теряем, ребят. Да куда ты делаешь свою ульту дебильную, блин? Самый говноед это динамайк здесь. Сидит в кустах и закидывает бомбами. Ну, наша победа будет. Да. Сидит вот в этом уголке, ребята, и закидывает бомбами. Я думаю, наверное, многие это заметили. Десятый уровень, все, взяли мы 10 уровень, плюс выиграли здесь бои. И получаем звезду, да? А, 100 кредитов. Ну что ж, друзья мои, еще 100 кредитов, если мы с тобой насобираем... Я могу его прямо сейчас разблокировать.
будет у нас следующий боец на прокачку. Это Эдгар. Эдгара бесит, что его никто не понимает, особенно мама, которая уверена, что это просто переходный возраст. Разве она не видит, что в его душе царит вечная тьма? Да, убийца, да? Новый мифический боец. И кто же? Слушайте, ребята, я бы, наверное, хотел бы попробовать пингвинчика вот этого. Директор отеля мистер П постоянно кричит и подгоняет своих сотрудников. Это не помогает, они вообще не понимают, что он говорит. Либо Байрон — это поддержка. Байрон изобрел множество микстур и эликсиров, как целебных, так и ядовитых. Но в основном ядовитых. Да что уж там, почти все его зелья — страшная отрава. Джин, контроль. Глядя на Джина, многие видят просто маленького человечка в странном костюме. Но им стоит повнимательнее присмотреться к его чайнику. Или это лампа. Все-таки пингвина. Мистер П. Мистер Пингвин. Окей. Так, друзья, ну что, на сегодня у нас получается все. Все задания выполнены. Все ежедневки я выполнил. Да. И будем закругляться. У нас по героям получается непрокачанный Биби до десятки, Мортис, Джеки. Так, у нас Газ еще не прокачан. Ну и, соответственно, Эдгар. Эдгара тоже будем прокачивать до 10 уровня. Ну что же, ребятушки, а на этом все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.